коронавирусом справился еще 71 ставрополец. Общее число выздоровевших в регионе превысило 190 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 68 заболевших. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Вакцинируйтесь и соблюдайте меры профилактики. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с учителями из Андроцитовского района Луганской Народной Республики. Педагоги приехали в наш регион повысить квалификацию. Сейчас недельное обучение в регионе проходят участники первого потока. Это 75 человек. Учителя говорили с Владимировым об образовании и планах на дальнейшее сотрудничество. Всего же до конца лета на Ставрополье повысят свою квалификацию 300 педагогов из ЛНР. В селе Китаевском завершает капитальный ремонт амбулатории. Медучреждение обслуживает более 2000 человек. Специалисты обновили кровлю, заменили окна и двери, проложили коммуникации и выполнили отделку помещений, сообщили в региональном Минздраве. Работы проводят в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году отремонтируют 4-километровый участок трассы Ипатово-Советское Руно. На проезжей части устранят просадки и постелят новое покрытие, сообщили в региональном Миндоре. После завершения основного этапа работ установят знаки и нанесут разметку. Ремонт трассы проведут за счет средств Краевого дорожного фонда. В поселке Балтийском отремонтировали Дом культуры. Специалисты утеплили фасад, обустроили отмостки, уложили плитку и оборудовали пандус, сообщили в региональном министерстве культуры. Реконструкцию ДК провели в рамках краевой программы «Культурная среда», которая входит в нацпроект «Культура».